Добрый вечер. Мы добираемся домой. Сейчас мы находимся на терминале автобусном. Вот Оасен, тут торговый центр, где куча магазинов. И вот мы около стадиончика. Смотрите, в Норвегии идет дождь, ливень. Дети, он играют в футбол еще. Даже я думал, что они взрослые играют. Нет, дети, подростки играют в футбол. Другие он бегают. И это сейчас у нас 19:30. И у нас какой день идет дождь. Ну, людям не помеха. Так, нам надо взять зонтик, сумку. Вот. И идти сейчас на терминал автобусный. Мы на один автобус опоздали, главное еще на день не опоздать. А то мы опоздаем на ужин. Вон, сейчас увидим. Люди бегают по дождику. Вот идет дождик. И притом хороший. Сегодня только что гроза была. О! Ну где-то далеко слышно гром, раскаты грома. Я думал, что сначала вспышка какая-то была от троллейбуса. Оно нет. Или замыкание. Нет, это через время пришел гром. Это была молния. Сегодня у нас 6 октября. Градусов 10. Не будем сейчас термометр. Какой-то автобус едет. Он может даже в нашу сторону. Вот. Сейчас мы прочитаем, как наш терминал называется. Так. Торговый центр. У вас он. Так. Оасен, вот он. Ну, с ним он. Видно, не видно. Так, Фуллингсгален. Сейчас мы подойдем, посмотрим, когда наш автобус. Оп. О, можно зонтик сейчас закрыть. Оп, у нас автомат. Сегодня. О. И куда же он побежал, наш 18-й? Вот, побежим мы на 18-й. Он дает небольшой крюк. Не будем ждать с моря погоды. Все.